Подговорил девушку забрать деньги в размере 150 тысяч на улице Одесская. На меня вышли, получается, в сообщениях, предложили работу. Я согласился. Ты понимал, что ты делаешь? Да, я понимал и осознавал. Угу. Жалко было бабушек? На первый раз, да. На второй раз ходил не я уже, а девушка. Вот, и я там не видел ничего. На меня вышли, именно на меня. А так как у меня паспорта нет, я его утерял. Я вот решил попробовать с другом. То есть, он меня спросил, да, нет, нет. Он говорит, ну давай. То есть, я всех подговорил его. Ну, все. Моему другу, короче, мой друг. То есть, вел диалог с куратором. Я просто предоставил свои паспортные данные. То есть, и на видео свое лицо. И уже исходя из этого, то есть, дали другу адрес, вот, поехали за адресом. То есть, я сидел в машине, ждал. А потом что вы с ней сделали? С деньгами? Потратили на свои нужды. Какую сумму? 100 тысяч. На двоих? Да. Ранее судил? Да. Привлекался? За что? 161. Я сделала с двумя мальчиками за деньгами. Мы их забрали у бабушки старенькой. Вот. Так как нужны были деньги сильно, я согласилась на это условие. Мы поехали туда, забрали деньги. Вот. В итоге мы никому ничего не переводили, а поделили между собой. А сколько денег забрали? Сколько всего забрали? 150. А ты ранее привлекался к уголовной ответственности? Ни к административной, ни к уголовной?